Как мы знаем, пожилые люди стараются не выходить на эпидемиологически опасные территории. Но совсем не выходить и приобретать продукты, лекарства без посторонней помощи невозможно. В связи с чем в Петрозаводске началась активная деятельность активистов движения «Петрозаводск – любимая столица». Я являюсь волонтером регионального волонтерского центра партии «Единая Россия». Я приняла решение стать волонтером, чтобы в данной ситуации оказывать помощь тем людям, которые в ней нуждаются. В чем заключается деятельность волонтеров сегодня? Это доставка медикаментов, необходимых людям. Это медикаменты первой необходимости. Это люди пожилого возраста, которые обращаются в региональный центр, оставляют заявку, что необходимо сделать для них. Это получение тех препаратов, которые им жизненно необходимы. Вот как сегодня замечательно все организовано в 4-й поликлинике. В кабинете у терапевта для гражданина был приготовлен уже необходимый пакет лекарств, который я сейчас буду доставлять по адресу. То есть это лекарства, не связанные с коронавирусом, это лекарства хронических заболеваний самого вот пожилого человека? Это те лекарства, которые человек регулярно получает ежемесячно, которые выписаны ему и которые ему доставляются. В данный момент в связи с угрозой пандемии, в связи с тем, что введены усиленные профилактические меры, людям эти препараты с помощью волонтерских организаций доставляются на дом. Саму встречу депутата от Ключевой Екатерины Реутовой с пожилым человеком по соображениям приватности мы не покажем, но задокументируем факт прихода и назовем лишь возраст человека, находящегося в зоне риска – 89 лет.